Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Орацио Маринелли, итальянский скульптор эпохи барокко. Я пользуюсь Википедией. Родился в Ангаро близ Виченцы 24 февраля 1643 года в семье скульптора и резчика по дереву. Братья Орацио, Франческо и Анжело также были скульпторами, а третий брат Бернардино посвятил себя миниатюрной живописи. Учился скульптуре сначала в семье его отца и старшего брата, а затем в Венеции у Джусто де Курта. Работал с 1675 года в основном в районе Венеции. В 1665 году у Бассана Орацио Маринелли женился на Лючии Бричита. Маринелли создал множество произведений, как религиозных, так и светских, от одиночных статуй до больших скульптурных ансамблей. Работал в Санта-Калигари-старшем в Падуе, Бреше и Вероне. После смерти брата Анжело в 1602 году Орацио принял мастерскую вместе с учениками Анжело. Возможно, именно в Риме под влиянием творчества Джан Лоренцо Бернини манера скульптора стала более живописной и экспрессивной. Ему приписывают бюсты стариков, статуи персонажей комедии «Дель Арте» в саду виллы Конте Лампертико, «Ди Монтегаделла» около Виченции. Работал над группой Пьета в Венеции, церковь Сан-Винченцо. Орацио Маринелли обладал даром передавать самое характерное, что свидетельствует о его незаурядном даре портретиста. Он создавал маски комедии «Дель Арте», декоративные скульптуры для фонтанов в парках загородных вилл Венето и многое другое. В России Орацио Маринелли известен как автор 9 мраморных бюстов знаменитых философов, богов и героев древности в Летнем саду в Санкт-Петербурге и бюсты философов в пригородных парках Павловская и Царского села. Считается, что Маринелли оказал влияние на другого известного венецианского скульптора Джованни Боннаццо. Умер в возрасте 77 лет в 1720 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о итальянском скульпторе эпохи барокко Орацио Маринелли. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.